Подвели итоги года прошлого и наметили цели на 2019-й. В поселке Ярославка прошло выездное заседание муниципального совета Ярославского района. На повестке доклад главы Николая Золотникова о проделанной работе в 2018-м. Он отметил, за минувший год было немало успехов в экономике, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ. Территория развивается интенсивно, так как мы прилегаем к городу, и те проблемы, которые существуют на территории, в общем-то, совместно с правительством области, с главой района, мы решаем совместно. В районе 2018 год прошел удачно, идет поступательное движение к развитию, вместе с районом развиваются и поселения. Немало средств район заработал на аренде и продаже земли – более 65 миллионов рублей. А 157 участков было предоставлено льготникам. В районе из 29 сельхозпредприятий 21 закончили минувший год с прибылью. Появилось 7 гектаров новых теплиц, общая площадь посевов – 48 тысяч гектаров. Также Ярославский район является одним из лидеров по производству молока в регионе. Всего в бюджет района поступило более 2 миллиардов рублей. В планах на 2019-й ввести еще больше жилья и достроить ясли в Заволжском поселении. Ярославский район является одним из ключевых районов Ярославской области, и он очень активно и динамично развивается. По итогам 2018 года по рейтингу 76 он занял, ну, скажем так, в тройке лидеров и занял второе место. Это говорит о многом.